Доктор Машинкова. По дороге едет маленький желтый автомобиль с большим прицепом. В таком прицепе можно жить. А на крыше у автомобиля чемоданы. Понятно. Это автомобиль-путешественник. Значит, ему нужна карта. Смотри, он потерялся и поэтому ездит вокруг одной и той же клумбы. «Надо ему помочь!» – подумала доктор Машинкова. «Стой, желтая машинка! Что с тобой? Ты не знаешь, куда ехать!» «Тебе нужен навигатор!» Желтый автомобильчик приехал в автомастерскую доктора Машинковой. Вот тебе подарок. Давай откроем коробку. Это спутниковая навигационная система GPS. Радио и компьютер одновременно. Высоко-высоко над нами, над облаками, над землей висят спутники. Они все время передают на Землю сигнал, информацию о том, где они находятся. Приемник GPS принимает этот сигнал, компьютер обрабатывает его и показывает, где едет машинка, в которой установлен навигатор. Давай его включим и поставим в желтый автомобиль. Старое радио убираем. Оно нам больше не нужно. Теперь здесь будет навигатор. Включаем. Этот красный значок показывает, где находится машинка. Серые полоски – это дороги, а вот так мы выбираем место, куда хотим приехать. Смотри, навигатор сам прокладывает маршрут. Он будет подсказывать машинке, куда поворачивать во время пути. Больше автомобиль-путешественник не заблудится. Счастливого пути! До новых встреч! Пока! Интересно, кто приедет в гости к доктору Машинковой в следующий раз?